В Тверской области введен мораторий на повышение арендной платы за пользование госимуществом Тверской области. Это предложение глава региона озвучил накануне на заседании регионального правительства во время рассмотрения вопроса об утверждении коэффициента ежегодного индексирования размера арендной платы за пользование госимуществом Верхневолжья. Мораторий коснется более 400 арендаторов, большей части из которых составляют малые и средние предприятия, занимающиеся различными видами деятельности, в том числе сельскохозяйственным производством на земельных участках, находящихся в государственной собственности. Мы считаем, что сейчас не самые лучшие времена, мы внимательно следим за федеральной повесткой. Сейчас любое повышение расходных обязательств, любое повышение дополнительной нагрузки на малый бизнес, оно контрпродуктивно. Поэтому мы считаем, что вот в 2020 году, сделав мораторий на повышение арендной платы, стоимости нашего имущества, мы дадим возможность бизнесу более уверенно развиваться, более уверенно стоять на ногах, потому что это деньги все-таки для бюджета значительные, но не критичные, поэтому нам гораздо дороже рабочие места и занятость наших граждан.